И главное, что есть как такие шкафчики, и есть с той стороны стол. Felt so lost, but I held on to what I had. For what it's worth, if you're feeling low, just know that you can. Yes, you. Вот такой вот. Смотри, какой прикольный, да? Смотри, внизу, вверху. И главное, что есть как такие шкафчики, и есть с той стороны стол. Тебе не понравилось кресло-качалка. Очень удобно. Очень плохо. Красиво. Это твой. Ой, тут что там? So lost, but I held on to what I had. А вот еще есть одна кровать. Это мой. Посмотри, шкаф. Я знаю, да, для игрушек или для вещей. Felt so lost, but I held on to what I had. For what it's worth, if you're feeling low, just know that you... Да, вот такие вот обеденные столы всякие продаются. Очень неплохо. В принципе, сделано, только почему-то цены нету. Этот стоит 23 тысячи. Да. В принципе, неплохой, и стулья неплохие такие. А вот это, это называется софра. 15 тысяч стоит. 13 тысяч. 23. Вот это стоит 8500. 32. I felt so lost, but I held on to what I had. For what it's worth, if you feel in love, just know that you can. Это такой вот есть за 38 тысяч, я так понимаю, оно продается вместе вот с этой штукой. Поэтому стоимость достаточно высокая. Хорошо. То есть, если стол, софра, это называется стол со стульями, и вот с этой вот штучкой с полками, с зеркалом. Вот это тоже целиком весь набор продается. Стоит 32 тысячи. А? Кресло. Да, это не понравилось кресло. То есть, вот это все называется софра. Вот она. Это вот эта мебель, столы и стулья. Это стоит 36 тысяч. А это что такое? Обработка мебели достаточно. При близком рассмотрении видно, что обработана мебель плохо. Вот. Издалека хорошо смотрится. Если подходишь близко, видно некачественная обработка дерева. Такие вот есть вещи. Это как уже мы перешли в спальни. Такие спальни продают. Дэнь, залезай в шкаф. Такие вот тоже спальни. 34 тысячи стоят. Это стоит 27. Такая вешалочка есть деревянная, стоит 1000. Еще там подальше есть, стоит 900 с чем-то вешалка. Ты
качество мебели как бы оставляет желать лучшего. Вот такая вот мягкая мебель есть. Но она вся стационарная, она абсолютно не раскладывается, никуда не выдвигается. И как бы... Вот такая вот мебель. Да. Как красивый. То есть она вся, мебель красивая, но обработка, мне кажется... Это всякие такие детские варианты мебели. 21 тысяча, 16 400 стоит шкаф. Это 17 800. Ой, моя! 18. Может, показать цыгаль? Кристо Кассин. Да. Я хочу ее носить. Такие вот кровати. А вот такие вот есть. 1700 стоит кровать. Она обычная кровать, просто застеленная, симпатичный простынь. И жесткая. А? И жесткая. Понятно. Короче, мебели много. А вот еще вон там двухъярусная кровать. Это двухъярусный диван. Тюремный. Тюремный вариант, да. А, 4000 такая стоит. Зато она широкая. А мне нравится вот третий. А мне понравился. Мне понравился больше вариант вот тот со столом, вот этот вот. Он как детский угол. Большой будет занимать целиком массу. Такие вот есть. Вот это? Вот это мне понравилось именно того, что она и она все именно вместе. Все есть. То есть с одной стороны и стол. С другой стороны, кровать снизу, то есть она не сделана как тюремная двухъярусная кровать, она именно сделана очень здорово. Спасибо, Галь. То есть внизу там, видишь, смотри, ящички есть, там как такая, как комнатка получается, там ящички есть, там можно игрушки класть. Я сниму шлюз и буду смотреть. Я сниму шлюз и буду одевать. Ладно. Спасибо. И большая, и там наверху кровать, и тут ящички. Я снимала, Галь. Нет, самое главное, у меня. Сейчас, секунду, Малик покажет сейчас. Ты же как такой, как детский городок такой, знаешь? Да? Красиво, буду поставить игрушек. Ага, очень здорово, и оно именно на двоих. Правда? Я хочу идти в Тархун, попробую. Стоит она 14 770. Я хочу идти в Тархун. Грязные. Почему грязные? Это матрас. Грязные. Залезай, залезай. Залезаю. Это гвоздь. Не бойся, Дэнни тебя поддержит. Я не могу. Галь, смотрите, Галь, Малик будет наверху, я буду внизу. Меня больно было внизу. Дэнни, Галь, где а? Она упадет, я так боюсь. Давай, сползай. Но я так боюсь, не хочу. Сползай. Боишься? Галь, можно я буду она здесь видеть? Хорошо, вы будете спать внизу, а я буду спать наверху. Я буду спать наверху. Ты будешь спать наверху? Че, нельзя? Давай, слезай. Я знаю, все. Нет, только прыгать не надо. Прыгать не надо, слезай. Дэнни хочет показать нам, что ему понравилось больше всего во всем этом выборе мебели. Вот. Вот, Дэнни понравился. Ой, балдеж. Кать. Иди меня. Дэнни, ну ты прям как старый еврей. У тебя, понимаешь, у тебя, как сказать, генетика пересиливает свое. Тебе обязательно надо на таком кресле. Хорошо? Ты сама попробуй. Сколько такое кресло стоит? Две. Я вообще не понимаю, что хорошего. Потому что качается. Мне очень нравится. Связано с детством. Я хочу попробовать.
Это, возможно, связано с детством, когда ребенок качает, и у него чувство такое... Стой! Хорошо. Да, я хочу тебе показать что-то. Смотрите! Смотрите! Чего? Felt so lost, but I held on to what I had. For what it's worth, if you've been... А мне вообще очень понравилось вот это. Она такая многофункциональная. Тут и стол, и шкаф, и полки. Там игрушки можно положить, и даже одежду. Очень здорово. Хотела показать вот то, что на Рамадан продают какие сладости в Египте. Специализированный магазин по сладостям. Сейчас покажу. Покажу. Это специальные сладости, которые продаются, видимо, на Рамадан. Вот. Это как бы восточные сладости в современном исполнении. Вот. То есть это... Раньше были просто такие, они называются как кунефа, но сейчас они делают современные, они добавляют различные там варенья, различные крема. Вот, то есть это разные виды абсолютно кунефа, но это уже современные. Вот, такие вот есть с шоколадом, с орехами и всякие различные, выпечка различная. Есть вот такие вот печенья разные, но это в основном это для Аида, да? Вот, то есть это вот когда наступает Аид, праздник, люди разговаривают вот как раз с утра вот этим печеньем. Я хочу, когда мне ничего. Мороженое. Вот они вот эти все кунефы. Мороженое. Это нет, это не мороженое, это кунефа. Просто нет, кунефа в современном исполнении. Очень здорово. Нам очень понравилось. Очень все выглядит аппетитно. Вот единственное, как, насколько это вкусно. Вот в чем вопрос. А это мороженое. Я различные. Когда будет день рождения, купите мне мороженое. У тебя день рождения в декабре. Да. В декабре это зима, холодно. Мороженое есть кушать летом. Вот этот магазин, вот так вот он выглядит. Называется он Ля Пуэре. Вот. Вот такие там продают сладости. Вкусняшки. Face to face I found my pain. Beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me. It tore me apart, fade away. I felt so lost, but I held on to what I had. For what it's worth, if you're feeling low, just know that you can, yes you can. There's life in love that you hold. Rise above.